симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева Донецкой филармонии, дирижер Александр Долинский. Thank you.
Thank you.
немногословен этот человек в жизни. Насколько он скромен до такой степени, что он просто старается избегать лишних разговоров, тем более о своей музыке. И вот его музыка в полной мере отражает все богатство этого человека. И его скромность, его простоту. И вместе с тем, настолько сложную организацию его психологии и душевного мира, что только, наверное, в монументальном жанре симфонии можно выразить все богатство человеческих чувств, мыслей, переживаний. И мы были счастливыми свидетелями вот такого музыкального действа, которое фактически является музыкальным портретом нашего юбиляра. Хрупкость, тонкость его наборы ощутили в следующих пьесах. А какое душевное богатство, какая светлая, чистая мысль и высокое чувство, заложенные в его хоровых произведениях, от тончайшей, глубочайшей духовности до просто упоительного восторга красотами природы и нежными человеческими чувствами. И вместе с тем, многие знают, какая бурная напористость заложена в творческом облике нашего композитора. Вы услышите сегодня в сердечном движении и бас-сонаты для рояля. Вот такой он наш юбиляр. Внешне очень застенчивый, предельно немногословный, вместе с тем очень хрупкий, ранимый, очень-очень глубокий человек. Я хочу пригласить нашего юбиляра на сцену. Он у нас сегодня главный персонаж. И воздадим должное его таланту. Владимир Иванович. Района Совета
Я приглашаю на сцену председателя Совета профсоюза работников культуры Старобежевского района Филипченко Галину Викторовну. Дорогие наши гости, пожалуйста, ваша полная импровизация, вам слово. Уважаемый Сергей Иванович, позвольте мне, если мне поручено в этой торжественной обстановке, в этом прекрасном зале, присутствие ваших коллег, ваших родных, близких, друзей, поклонников вашего таланта, выразить вам уважение и восторг, и вручить вам грамоту Донецкой областной государственной администрации, которую подписал глава Донецкой областной государственной администрации Виктор Федорович Янукович. И заслуженный деятель СУ Украины, начальник управления Валерий Петрович Стасевич, стал быстрый вклад в развиток музычного мастерства Украины. Шановні друзі, Народний рух України, Союз Українок стоять за перетворення України в правову демократичну державу. Покликано забезпечити розвиток, вільний розвиток особистості, відродження, духовне відродження, культурне відродження всіх народів, що живуть на території України. Шановний пане Володимиро, прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого ювілею. Нехай вашими супутниками будуть міцне здоров'я, щастя, творче натхнення. Нехай лихо минає вашу оселю, а доля щедро стелить вам підмоні рушники любові, достатку і благополуччя. Земний хліб і подяка вам за вашу творчу діяльність. З повагою голова Донецької організації Народного руху України Білецький, голова Донецької обласної організації Союзу Українок Людмила Скоропіва. Подарок и, конечно, цветы от всех наших друзей.
культуры Старобешевского района, поздравить вас с юбилеем, пожелать огромного здоровья крепкого, огромных творческих успехов и вручить этот каравай дар Старобешевской земли, знак благодарности вашему таланту и вашему труду. Мужчине подарить. И я думаю, когда он поедет на рыбалку,
Вы включите вот это, смотрите, какой красавец. Приемничек и будет слушать свою музыку. Я думаю, что ему будет приятно. Исполняет лауреат международного и всеукраинских конкурсов «Любовь Стеценко».
Сергей Терехов. Гастролируя или участвуя в различных хоровых фестивалях и конкурсах, в том числе и международных.
исполняют эти сочинения и в городах Украины, и за ее пределами. Но произведения Владимира Шевченко с удовольствием берут свой репертуар и самодеятельные коллективы, и студенческие, и детские. И вот один из таких детских хоровых коллективов принимает участие в сегодняшнем юбилейном концерте.
рабочем виде с участием народных инструментов будет как будет следующий номер. Сейчас на сцену выйдет известный у нас в городе коллектив, лауреат премии имени Прокофьева, ансамбль народных инструментов «Сюрприз» под управлением своего руководителя.
Показательно в этом плане судьба хора, что есть Яви. Он исполнялся неоднократно на музыкальных фестивалях в Киеве, на Киеве музыкфестах, во Львове, в Польше, в ирландском городе Сайгу, на международном фольклорном фестивале. Известный киевский хор «Крещатик» с этим произведением в репертуаре занял первое место, завоевал первую премию. Этот же хоровой коллектив исполнил этот хор «Стоит Явер» на торжественном вечере, посвященном 180-летию со дня рождения Тараса Шевченко в Киеве, в Национальном дворце Украины. Владимир Киценко, «Слова народные», «Стоит Явер».
Волыни Дуб. Солистка Марина Добродей. Владимирский центр, слова.
Композитор никогда не использует народных мелодий для своих хоров. Его произведения — это не обработки украинских народных песен. Это самостоятельное произведение автора, только написанное в народном духе и на народные тексты. Наверное, это как имеет в виду такую близость произведения Владимира Спиценко «Фольклору». Один из чешских коллег-композиторов назвал его современным Леонтовичем. Итак, музыка Владимира Спиценко –